Привет всем, друзья, кто зашел ко мне на канал, кто случайно открыл это видео. Приветствую всех, особенно тех, кому, возможно, требуется найти какой-нибудь недорогой бюджетный смартфон по хорошей цене с неплохими характеристиками. Итак, перед нами Redmi 4X, заказанный с AliExpress за вполне небольшие деньги. По стоимости он мне вышел около 7,5. Модели эти очень распространены на Али. Можно их найти во многих магазинах. В принципе, рекламировать никого не буду. Хочу оставить небольшой отзыв по поводу работы этого смартфона. Попользовался уже им некоторое время. Могу сказать о каких-то плюсах, минусах, если они, в принципе, существуют. Ну и так, по порядку. Дошел данный гаджет ко мне вполне-таки быстро, около 17 дней, учитывая то, что около недели после того, как присвоили трек-номер, он просто валялся у китайцев на складе и даже не отслеживался. Пришел в коробочке, ну, как, в принципе, всегда в беленькой по поводу Redmi смартфонов. 4X у нас здесь обозначено. Комплектация самая обычная. Макулатуры особо немного. Вот такие вот белые кабели для зарядки. Сам по себе зарядник беленький. Скрепочка. Сам смартфон, ну, в пленочке, соответственно, обклеенный. По поводу внешнего вида, когда пришел, придраться, блин, не к чему. В принципе, все классно. Везде все вполне-таки достойно выполнено. Ничего особо не болталось. А и сейчас не болтается. Ну, единственное, конечно, могу сказать то, что мне немножко бросилось в глаза. Это кнопки. Их слышно, как они нажимаются. Вот, но они такие, как бы, не особо маленькие, что ли, так выразиться. Поэтому, ну, ощущаются, что они есть. И на других смартфонах Redmi, которые у меня просто до этого были в руках, допустим, немного это все выполнено по-другому. Классный корпус. 5 дюймов, но он тоненький, классные закругленные края, в руке держать, блин, вообще прям очень удобно. И что мне очень сильно понравилось, тем более перед тем, как заказать его на Али, я зашел в один из федеральных сетей, которые продают такую цифровую технику. Вот, подержать в руках, допустим, эту штукенцию, реально, ребят, подержал в руках, мне понравилось. После того решил, да, буду брать. Немного пройдемся о минусах, которые, возможно, можно назвать минусами. В принципе, если они вообще, конечно, как таковые имеются. Но первое, что это, наверное, да, не особо у него какая-то мощная камера. Допустим, за эти деньги вы не добьетесь здесь классных фотографий. Единственное, можно сказать, что при хорошем освещении, при солнечном, ярком, дневном свете фотки у вас будут, ну, довольно-таки неплохие. Если будет уже потемнее, затемненность, фотографии будут с шумами, качество действительно фотографий не очень. Ну, минус не минус, решать вам. Если вы хотите фотографировать и получать классные изображения, конечно, это немножко не про него. Еще один небольшой минус, на мой взгляд, дисплей у него идет 5 дюймов, разрешение дисплея HD. Был у меня до этого Redmi, у которого было разрешение Full HD. Конечно, ребят, разница немного ощущается, по крайней мере, иконки некоторых приложений выглядят немножко такими, я бы сказал, размазанными, нечеткими. Вот, допустим, приложение Почта России со своим орлом, гербом, действительно, да, видно, что нечетко. Ну, HD, качество и Full HD, блин, разница имеется. Когда пришел этот телефончик, я, наверное, еще даже, можно сказать, немного расстроился, потому что технология дисплея здесь у него не Тиана, допустим, как было у меня до этого в другом телефоне. Там белые цвета, получается, уходят, ну, в синий, что ли, сказать так, они более холодные. Вот у этого телефона другая технология дисплея.
Соответственно, немножко он уходит по белым цветам, я бы сказал, в желтый, что ли. И если честно, я вот когда ждал этот телефон, думал, не дай бог, придет телефон именно с таким дисплеем, который уходит в желтизну. Ну, пришел он, увидел я это дело, немного расстроился. Потом, спустя некоторое время использования, если честно, привык, и мне сейчас кажется, наоборот, все очень даже, если так выразиться, более натурально, допустим, в отличие от дисплеев Тиана. Ну, грубо говоря, разница как бы немножко присутствует. Вот. Но ничего, привык я к этому делу, вполне все классно. Что еще могу сказать из минусов? Да, наверное, особо ничего. Единственное, да, вот если посмотреть на глазок камеры, ну выпуклый он. Со временем все это дело, соответственно, конечно, зацарапается. И будет потом выглядеть совершенно непрезентабельно. Крышка металлическая вот эта вот идет. И здесь у нас пластиковые вставочки. Черный цвет вообще реально выглядит стильно. Не знаю, как кому, а мне вот именно нравится черный цвет в исполнении. Прямо замечательно. Здесь не видно ни винтиков никаких для крепления, ничего. То есть вообще тут собран чуть ли не без каждого, без единого. Собран без единого винтика, можно так выразиться. Ну, наверное, теперь пройдемся по его плюсам. Минусы вроде бы уже все кончились. Для меня больше минусов особо здесь и нету. По плюсам. Первое, конечно, да, Xiaomi у нас славится классной батарейкой. Вот, 4000 мАч батарея, соответственно, мне, как человеку, который ходит постоянно с включенным мобильным интернетом весь день и с включенным Bluetooth, законнектен по Bluetooth фитнес-браслет Mi Band. Так вот, мне на несколько дней его вполне легко хватает. Постоянно включен Bluetooth, мобильный интернет. Через несколько дней заряд даже еще остается. Батарейка, блин, классная. По поводу быстродействия и всего остального. Процессор восьмиядерный, но не 2,2 здесь тактовая частота, как в прошлом моем смарте, а чуть-чуть поменьше. Но разницы большой по быстродействию я не увидал. Если честно, мне-то, как говорится, не предъявляя высоких требований, там в игру ли особо не играю, все вполне хватает, всего нравится. Не тормозит, не тупит и зашибись, как говорится, все. Можно сказать, что классно работает Wi-Fi, соединяется в лед. Если честно, проблем никаких с этим делом у меня не было. Датчики приближения, датчики освещенности работают корректно, все нравится. Ну, фронтальная камера, она и так так себе, про нее особо говорить-то не стоит, как говорится, да и не любители селфи. С этим делом не ко мне вопрос. Вот, GPS в телефонах Xiaomi это тоже такая классная вещь. Тестил я его не один раз уже даже на других смартфонах. В принципе, вы можете поглядеть видео, как я это все дело проверяю. На этом телефоне GPS также работает классно. Все соединяется именно в лед. 4G работает нормально, связь не теряет. Пользуюсь одной сим-картой, второй слот для симки либо для карты памяти в нем имеется. Но, если честно, не использую ничего такого, потому что надобности особо нет. По поводу датчика отпечатка пальца, вот этого вот сканера. Но, если честно, сравнивая со своим прошлым телефоном, скажу, что как-то вроде бы там, вот на другом смарте Redmi 4 Pro, немножко быстрее реагирует. Хотя, может быть, конечно, я к этому всему придираюсь, но здесь довольно-таки тоже неплохо. Но вроде бы, мне кажется, есть какая-то небольшая такая задержка. Вот. А так, датчик сканер отпечатка пальцев работает классно. Вот как видите, в принципе, минусов особо как таковых и нету. Ну и тут сплошные плюсы. За небольшую стоимость вы можете получить реально хороший функциональный аппарат, который будет справляться с большинством задач. Отличный дизайн, удобный очень в руке, выглядит реально стильно. По ценнику совсем немного, очень даже выгодно. Конечно, да, когда я, кстати, держал в руках для того, чтобы оценить качество в сетевом магазине, вот этот вот телефончик,
Там была версия попроще, 2 гига оперативы и 16 встроенной. Конечно, ценник 12, это, блин, большая разница между вот этими вот 3 гигами оперативы и 32 встроенной за 7,5. Сами понимаете, выгода очень даже есть. Тем более, что телефоны приходят с глобальной версией. Такая же, блин, прошивка стоит, как и в магазинах, где вы будете здесь, у нас, допустим, в России их приобретать. Все то же самое, ничего там перепрошивать не нужно, все работает отлично, без тормозов. Ну, можно сказать, летает. Ребят, труба вполне таки достойная. Если ищете какой-то недорогой, повторюсь, гаджет, допустим, ну, более-менее функциональный, рекомендую обратить внимание на данные модели. У меня все на этом. Спасибо всем, кто глянул видео. Всем удачи, берегите себя. Если есть какие-то вопросы у вас, пишите в комментариях, спрашивайте. Постараюсь ответить. Всем удачи, всем пока.